Пойдем на этого. На Вумпа Ботана. Просто. Почему некоторые на арене, а некоторые просто ходят? Ну, вот так. Вон. Ой, какой красивый! Какой меховой! Капец тебе, чел. Ты тут? Я лечу. Ой. У него листик во рту. И 800 хп. Есть так много листовых. Зеленых, конечно, да. Ну, этот. Да смотри, этот остался. Блин, пипец, я прицелился, я даже ничего не вижу. Исчез. Будешь ловить? Да, попробую. Так, убрал. 30%. Ой, ты же блин случил. У него прям вообще пиксель. Угу. 15 хп. Ученые его подстригли, но осталась лишь кучка травы. Чтобы выяснить истинную сущность этого пала, ученые его подстригли. Что? Что, может, тогда пойдем вглубь этого острова? Пойдем. Там его. Блин, мы на что поперли? Ну, хоть ТП найдем. Быстрее. О, вот этих надо убивать. У них типа мясо есть вкусное. А этих ламбол тоже убивать? Да, мясо. Я всех убиваю. Без разбора. О, там какая-то пещера, что ли, или что это? Подпольный торговец. О, ну-ка. У него палы прикольные есть. Ого. Блин, как же он... А я думал, это монстр. Пал. Товар. А, нет, у него ничего прикольного. Умелый бегун есть. Интересно, а вот это вот умелый бегун на его вот этой пассивке, когда он собирает, она, ну, как перепадает или нет? Я попробую купить зайца. Блин, мне надо денег. Ладно, еще что-нибудь продам. У меня и с собой есть. С собой деньги есть? Дай, пожалуйста. Нет. Я хочу купить зайца. С этих нападало. Кинул, да? Да. Ага, это челики мне сразу подобрали. Так, а мне нужно... О, как раз мне хватило. Купить. О, спасибо. Потом поменяю. Ламболы, крендели. Блин, эти лисы так горят. Ага. Диносум. У меня нет диносума, я. Угу. Сейчас. Сколько у меня диносумов? 14 000 в лицо спящему. Чики-пики.
Вот, как раз двое лежат. Как раз мне нужны двое Диносума. Не забудь убрать своего. Я его выбрала. Блядь. Ясно. Что, в голову из арбалета стрелял? Не в попу. Спящего не а теперь в голову, да. Короче. Могла просто в него кинуть бы, может быть, уже нормально было бы. Наверное. Фиолетового бы потратил бы что-то такого-то. Ну нет. Смотри, Масанда Лакс. Сзади. Масанда Лакс. 31-го пойдем. Это, короче, панда, только желтый. Ну-ка. Вон он. Пит, малютка. Капец тебе. Успейся. Вставай, чел. Так, подожди, стой, только не убивай, потому что я далеко. Ага, я не убиваю. Ну что, ты далеко, ты возле меня был. Какой? 2500 у меня. Придется яйцо выбросить, зеленое большое. Где ты там? Пока от него просто летаю. Что ты здесь, да? Да. Нихера. Анимация веселая у меня. Мне нравится то, что у каждого пола, ну, как бы такой, знаешь, типа, вот, они какие-то приколдесные анимации. То есть даже вот, короче, вот этот вот, вроде такой же, как те зеленые, только цвета другого, но у него другие анимации. Ловим. Вообще умрет. Сколько процентов было? 51. А ты что, не хочешь их ловить? Ну сначала ты поймай. Ты больше просто расстраиваешься, если не ловишь, поэтому. Так и знала, боже. Я не хочу, чтобы ты расстраивалась. Смотри, видишь, струйка крови идет из моего виска. Это от твоего камня в мой огород. Это, Ксюш, не камень. Просто, как бы, ты тоже должна себя давать отчет, что все нормально. У нас с тобой это здоровое отношение. Выглядит очень. Да здесь, к тому же, какая разница-то? Они, блин, спавнятся через полчаса. Через час слышно. Окей, ладно, через час. Ну, не проблема. Поэтому просто приоритет и все. Ну! Ладно. Мне стрел на них не жалко. А, блин, можно стрелять, сидя на птице. Да. Это, наверное, мучилась. Я не мучилась, просто все время забываю. Я этим не пользуюсь. Я слезаю, и моя птица бьет. Типа, зачем мне? Там Диносум. Диносум где? Ай, не сраки. Потом. Че, собаки друг с другом грызутся? Да, могут. А вон вижу Диносу. Это? Спящего. Блин, тогда придется из него попку. На зеленую сферу буду ловить. Шестьдесят 5% все мои сферы от него, смотри, отлетают. Это что за прикол, блядь?
Я прям посмотрел, не отлетело. Ну, Да. 5 сфер отлетело. Вон. Я не очень понимаю, по какой причине. Надо почитать, почему сферы отлетают. Вот это вот я не понимаю. 1 динозавр нужен. Опоссум. А это уже утро. Это уже утро. А что здесь, ТП вообще нет, что ли? Так вот дело. Ой, еще один минус. Как раз последний будет. Ничего себе, красный сундук. Ничего не выпало из него. Зарина собрала яйцо. Кто тебе разрешал? Тебе уведомление пришло? Мне постоянно приходит уведомление, что кто-то ест что-то. Что нельзя? Да. Есть это. Хитрость. Как взлететь перегруженным? Как? Подходит. Прыгнуть ты не можешь, но ты если падаешь, то ты можешь лететь. Ну, нажать пробел, и птица может взлетать и опускаться. Ну как там, взлетела, опустилась птица? Ты где? Я? Да. У тебя есть 8-90 секунд. Я даже тебя не вижу. Ты где? Можешь показать мне на карте, где ты? На карте я. Вот рядом, вот с этим, вот здесь вот. Вот тут? Да, вот к этому телепорту. Я Я здесь. не знаю. Я просто думал, что я смогу, если я уже в воздухе, смогу этот. Планер взять. Вообще у меня своих дел было много. И спасать тебя в них не входило. Так, ну-ка ты где? Ой, вижу ТП. О, заспавнился, смотри. Ну, вот Красота. видишь, что ты переживала. Так прошло, блин, минут 10. Может, 5. А вон вижу тебя. Дохуй. 30 секунд. 30? Ну, не знаю, не знаю. Да, успею. Надо было Спасибо. подальше улететь. Так я в телепорт летел. Спасибо. О, Диносум. Диносум комплит, ладно. Пожалуйста. Так сказать. Ну-ка, они все крыльями машут, когда падают. Пала.
Ну, они же падают, поэтому крыльями машут. Ну, в смысле, не крыльями, а руками. Будто крыльями. Типа анимация начинает работать такая. Да, вот сейчас Динос, он также падал. По-моему, здесь кто-то напал. А, с другой стороны тоже. Ну смотри, только стены поломаны и все. Да ладно там построить 2 секунды. Не, я знаю, просто я не помню надпись о том, что на нас нападает кто-то. А может быть, не знаю, никто не нападал, это от старости, так сказать, ветхий дом. А, блин, в 3 углах. Я хочу на это посмотреть. 3 угла закоцаны. Зато наконец-то они увидели солнечный свет. А, подожди, а где третий? Вот раз, два. А, вот вижу. Челы солнечный свет увидели. Знаешь, наверное, почему вот так? Почему? Видишь, четко по границе проходят. Да. Они, видимо, там долбились, 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 пока не дошли до... До сюда. Да и ладно, блин. Заново построй. Нет, это я построю, я потому что... Мне кажется, что-то никто не долбился. Потому что обычно, типа, нападают. С другой стороны, как вверх сломался, мне интересно. Ну, осыпалась стена. Я не знаю, слушай. По идее, вот здесь не должно было осыпаться. Да. Вот это странно. Ну, может, игра так. Такая, типа... Ладно, заделаем дырку. Так, перед тем, как заделать дырку, сначала пойду пробегусь по этим. По углю пока. Ой. Я... Сейчас угля. Куда я попала? Смотри, смотри. Блин, у меня колония. Это из-за того, что я на поверхностях, на некоторых. Ну, короче... Блин, мне так нравятся вот эти вот челики. Они как бы, ну, типа летают и смотри, они вроде... Ну, короче, как плывут. Они такие классные. Знаешь, на кого они похожи? На кого? На консерву. Точно, слушай. Кто положил кирку в контейнер? Куда мне делась кирка? У меня даже кирки, блин, не было, знаешь, сколько лет? Где моя кирка? Я пролетел долбить. Я киркой не пользовалась. Я даже не знаю, сколько тысячелетий. Кирка, блин. Не забыла, как она выглядит. Кирка.
Ого, смотри, где я появился. Вместо того, чтобы появиться. Интересно, как так? Не знаю, что за фигня. Нет, у меня просто пропала кирка. Ну ладно, мы как бы сделаем новую. КГС Чики-Пики. Понятно. Где ты ее, наверное, потерял? Чики-пики. Да куда ты несешь? Ты больной? Я теперь в камин распалю. Да зайца нафиг в карман складывал. Голодный. На регенерацию тоже много стамина уходит, то есть голода. И этих чувачков, которые на босса вызывал, вот они буквально там по пол хп потратили себе и все. Смотрю, сейчас прям большой кусок голода нету. Вот эта штуковина производит качественную ткань. В смысле, если ее убить? Нет, если ее прикрепить к пастбищу, она будет А, да. производить не шерсть там и прочее, а именно сразу же уже качественную ткань. Прикинь. Бойки. Скорость перемещения 10%. Класс. Принтер.
Старовитый. Скорость работы 50%. А у нас кто? У нас прям все подряд. Может его улучшить? Йормунтайл. Что будет, если улучшить? Ну, я имею в виду не улучшить, а этот 4 спрессовать в одного. Не знаю, как это называется. Ну, ты понял, что я имею в виду, да? Куда вы мне карманы набегаете, этим мусором? Что, хозяин, прикажешь делать? Двое злодца у тебя прям. Да. Один в один. Так, я вижу, ты зеваешь, значит, спать с тебя отправить. Нет, надо. Мы только что с тобой очень плотно покушали, Ксюша, поужинали. Так, я, знаешь, что сделала? Я себе сейчас налью колы. Кофе? Колы. Ну, тебе могу кофе налить? Нет, давай тоже колу буду. Я просто не хочу кофе. Уж не все напилась кофе. Господи, чё с тобой не так, птица? Ему задом наперед. Смотри. Спасибо. По земле быстро плывет. Моя птичка адекватная.
Карамель вкуснее? Да. Локо-моко с мясом ихтиандра. Это так блюдо называлось? Да. Блин, нужны какие-то пассивщики. Потому что у меня, ну, боевой тот, на котором я летаю, он нормально так бьет. А мне нужны челы, которые, ну, пассив, как у меня. Пассивку, да, какую-то хорошую дают. Как бы вот двое есть, ну, глайдер и этот, Лунарис. Он просто и вес дает, и когда тебе что-то надо скрафтить быстро, он помогает. Вот, он очень хороший. И все. И получается, у меня два места свободных. Пока у меня эти зайцы летают. Но они подбешивают, то что когда на базу приходишь, все, они тебе все в карман запихивают, все, что валяется. Это ужасно. Не успеваю вычищать карманы. А ты эту дырку не заделал, что ли, да? Я решил сначала с дыркой жить. Нет, эти. Сначала за углем сходить. Потом, пока она будет. Уголь пока будет спавниться. Час угля. Вот, я. Ну, почему я вижу здесь морду змеи? Я тоже теперь вижу. Я вижу морду дракона. Не дракона, а какого-нибудь этого. Кошка кошачьего. Не, я вижу именно... Что? Ну-ка. А, чуть лагает, не лагай! Можно как бы и не лагать. Где ты ее видела? В каком-то угле или в телепорте? Кого? У тебя здесь. Ну, здесь даже. Да, выйди с этой дырки какой-то. А, вот этой. Левой дырки. Вот этой? Да. В окошке там у тебя. В окошко. Вака-вака в окошко. Вака-вака. Чики-пики. От баран. Ну ладно, тоже сойдет. Еще пулемет со стрелами. Зайца поломали.
Ладно, ты чё? Как ломает? Небось, кто-то приходит. А, нет, он это сам улучшает. А с него ничего не дают. Ни мяса, ничего. Очень можно приступать к починку. Смотри, чё? Темно, но мне не холодно. Да, я тебе говорил, что все уже можно ночью. Да, нормально гонять. Да, такого придумал здесь. По кругу прям сделать. Дело как было, чего нет. Ладно, сделаю как был. Если опять сломают точно так же, то переделаю. Фоксик. Вставай, Фоксик. Сдо большой, что ли, надо? Фоксайкл. Фоксикл. Это типа попсикл, только фоксикл. Понял, да, прикол? Угу. Сви. Ну-ка, у меня есть сви? Сколько, то есть, у меня сви? Понятно. Такая ледышка, как будто внутри что-то есть. Она не колется, да? Нет. Помню, ты пытался. Да, я пытался, не колется. Блин, на золотую сферу быстро поймался. То есть за один раз. А на красную сферу не ловится. Этот, как его, шлет.
Убираем. Ну, ничего не подбираем. Лучше зайца через раз подбирает. Поэтому, наверное, лучше все-таки без зайцев. Не понравились? Ну, они работать не хотят. Если бы они всегда все подбирали, они не любят подбирать ничего. Блин, последнего челета надо найти. И у меня фул. Я почти это делал. Ух ты, это 100 следы на снегу. Да, я, кстати, тоже не сразу обратил внимание, ну да. Ума. Заделал все дырки? Почти. Залез, блин. Бедняжка. Короче, у меня такое ощущение, что мы будем жить на хлебе с вареньем только и все. Потому что он долго не портится. Ну и как бы, ладно. Я пока не буду делать, потому что там некуда складывать еду. Вот. Поэтому... Я пока ну, буду делать хлеб с вареньем только. Хорошо. Веб. Митиков, походу, придется вручную кормить. Рассудок. Так, Собакин 73, 72. Собакина надо будет покормить на 30-ку рассудка. Что дает 30 рассудка? 72, 18, 20, 36. 27, 14, 12... Ой, ладно, давай гамбургером тебя покормим. Собаки. Да. Нет. Покормить. Ешь. Место зато в полдосе освободил. Заделал. Все. А, нет. Ты там с едой? Да вроде... А, хотя, конечно, смотри. Не у тебя, у твоих. Не, я понял.
Хлеб с вареньем 50 штук закину. Я как бы все, можем куда-нибудь еще пойти. Сейчас. Ну, все нормально. Че, я оставлю этих двух розовых, ты мне не мешал. Блин, кого мне взял? Кто у нас пассивно что-нибудь дает? Блин, реально что? Я даже не знаю, кто что пассивно может. Ну, либо те, кто защиту повышает, либо те, кто таскать помогает. Ну, выбор не особо большой. Кто тут и нет пассивно? Все активы. Блин, ничего не дает. Во, это Фокс Паркс, можно из него обнимать. Который не нужен? Да. Который не нужен. Так, проносимый вес увеличивается. Да ну. Блин, хоть бы писали, насколько он увеличивается. То так потратишь ресурсы, там все, все, все. Лечит на две письки. Отрешенность. Защищает от холода и жары. Лазбочка. Получается. Пакует. Огонь, срываясь вместе с игроком, наделяет его атаки силой этого элемента. Но это нужно, чтобы он сражался. Мне приятно. Ну, короче, мне проще, когда Зефир сражается. Типа слез с него, он пошел сражаться. Ну, логично. Огонь. Сражаясь вместе с игроком, увеличивает количество трофеев, оставляемых поверженными палами с этим элементом. Вот это вот пингвин, короче, с огненных... Лутает больше. Да. Такое пока находится под рукой. В кармане? В кармане. Вот эта штука повышает силу атаки игрока. А вот она будет повышать... Поставь, знаешь, здесь есть чучело, на котором можно... Вот так можно посмотреть. Вот смотри, моя сила атаки стала 150, на 15%. А огнестрелы повышает? Даже не на 15, а на 10. Ну, здесь все. Сила атаки, это, ну, твое, неважно, чем ты пользуешься. Но только он на 10 повышает. Он. А мне кажется, огнестрел не повышает. Ладно, давай я чучело поставлю. Чучело. Так, это монумент. И у вас чучело. Вот оно чучело. Есть новый. Из чего оно делается? Надеюсь, из говна и палок? Да, из говна и палок. Пути находятся другие объекты или персонажи. А, вот здесь можно поставить. Ну, сюда же и запихну. Сюда? Нет. Сюда? Вот сюда, короче, получается. Только вот так. Нет, не знаю. Вот так. Нет. Вот так. Нет, вот так. Вот сюда поставлю. Еще не будет везде. Вот так. А что появилось будет? Смотрим. А, у меня сейчас нет этого чела. Огнестрел ты имеешь в виду из винтовки, да? Да, хотя бы из арбалета. Из арбалета, окей. Смотрим арбалет. Значит, арбалет дает 406, ну, не крит. Угу. 432. 389. Блин, сейчас. 308. Стреляй в голову все время. Голову, давай. 614 крит. 620. Короче, 600-600. 600. Короче, округлим. 600. Угу. Чел увеличит на 10%. То есть, по идее, 660. 500 их не должно быть. То есть, там у меня было минимально 596. Допустим, возьмем челика. Получается.
631, 696, 710. Повышай, короче. Да, 731, 647. Ну, 500 не вижу ни одного. Не-не, видно, видно, что повысил. Угу, намного. Вот. Да, поэтому, в принципе, его можно. Но, блин. Ладно. Это какой челик? Вот этот синий. Глупший. У нас, у нас много. Миллион таких. Да. Дальше кто у нас еще есть? Пока находится под рукой, увеличивает силу атаки палов с этим элементом. Но это только увеличивает огненных. Огненных. А у меня огненных... Нет, у меня только тьма. А, тьму можно. Короче, можно взять этого. Челик есть, который увеличивает тьму. Ну, когда в кармане сидит. То есть, если у тебя сражается Хелзифайр, то можно его взять. А у тебя вообще какие в кармане? Ну-ка. Хелзифайр, это хренотень, это... Эти двое. Вес, вес, это... Силка. Сколько у тебя всего веса сейчас вместе с... Вместе? 1540. Норм. И то мне... Ну, мне всегда не хватает, да. Так, этот увеличивает воду. Поэтому сейчас снова стал качать. Блин, я знаю, что я хочу сейчас проверить. Это Ветер Жамба. Чего? Пока находится под рукой, увеличивает наносимый игроком урон во время рубки леса. А камню есть? А, да, был какой-то чел с камнем. Был, был. Увеличивает силу атаки палов природных. Ладно. Дальше. Природах. Природах. Природная стрельба из гранатомета. Парвище. Этот увеличивает криты. Ну, типа, самому сражаться. Пока находится под рукой, характеристики пала Элизаби повышаются. Короче, берешь Элизаби. Это кто? Это вот... сейчас, подожди. Это вот этот. И кучу вот этих вот мелких бригадиров. Гигвардов. Короче, бригадир. И они бахают вот эту штуку. А, сражаясь с игроком, увеличивает свои характеристики пропорционально количеству палов Бигард под рукой. А, ну, типа... Прикольно. Эх. Эта штука что делает? Рейн? Наруто. Сражаясь вместе с игроком, увеличивает его скорость передвижения и наделяет атаки силу этого элемента. Короче, если Наруто с тобой сражался будет, то ты будешь быстрее бегать. Скажи, он... скорость перед... Да, скорость передвижения. Да. Брончерри. Интересно, брончерри больше дает весу? Брончерри, да, он сотку дает. Нет, то есть брончерри аква. Ну-ка, сейчас посмотрим. Плюс 90, нет, что-то я, короче, походу не помню. Бумпа ботан. Можно оседлать. Пока под рукой несет вещь хозяин. Максимальный вес. А, не надо эти все делать. Блин, ладно. Ладно, потом сделаю. Пикачу у него. А, ну. Ёжик. Угу. Ладно, тут самое. А, мы там можем что-нибудь... Пойти куда-нибудь.
Эта штука эффективнее разбивает залежи руды. Ну, если на нем ездить. Ну, здесь ездить не очень удобно. Плюс у них нет внутреннего кармана. Вот такой сейчас.